Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на глазированный сырок с кокосом от бренда Лента. Давайте его посмотрим поближе. Здесь написано, что без растительных жиров. Вот натуральный творог. Вот. Так, масса доли жира 26%. И фотографии всего вот этого, и состава, конечно же, поскольку он тут спрятан, будет в конце ролика. Вот, стоил он 25 рублей. Такой голубенький, красивый. Так, это дата производства 4 марта. Вот, и давайте его посмотрим, что же у нас внутри. Вот, для этого нам понадобится тарелочка и ножичек. Сейчас мы его отрежем, кончик вот тут. Чтобы ему упаковку не повредить. Открываем. Открывается хорошо очень. Не просто так я его положила таким образом. Тут меня смущает что-то. Что-то непонятное с этой стороны. Так он выглядит. Вот, он у меня не из холодильника. Уже полежал часа два, наверное. Я люблю тепленькие. Вот, но режется хорошо так. Жестковато. Так, поскольку у нас с кокосом, то там, наверное, должен виднеться кокос. Ну, здесь, честно говоря, ничего не видно. Видно что-то белое просто. Хотя, в принципе, через камеру вот не особо. Ну да, наверное. Белое что-то. Кокос, наверное, с творожком. Давайте попробуем. Вот он, вкус детства. Очень вкусный, гораздо вкуснее первого сырка. Первый сырок тоже будет где-то рядышком. Он был за 10 рублей, этот за 25 рублей. Это вкуснее гораздо. Чувствуется, что продукты там понатуральнее немножко. Вот, кокосовой стружки не так много. Я боялась, что будет очень много. Нет, ее нормально. Это там, ну, как поровну. Вот, и сам шоколад тоже, он такой вкусный. Вот, и давайте посмотрим, как он там будет у нас продавливаться. Раз уж мы это с вами везде смотрим. Довольно сложно, смотрите, его продавливать. Хотя, кстати, я оба сырка вытаскивала, вытащила одновременно. Одновременно они 2 часа у меня пролежали в тепле. И здесь, видимо, может быть еще кокос, потому что... Но продавливается не так. Не так хорошо.
Такой вот у нас с вами был сырок. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой сырок. Вот. Понравился, если не понравился, то чем не понравился, обязательно напишите. Вот. Этой фирмы другие сырки, там, по-моему, были разные. Ну, должны быть, да, разные вкусы. Может быть, вам понравился какой-то другой, или вы хотите посмотреть на другой, боитесь, там не знаете, брать, не брать, что там внутри. Вот, тоже мне это обязательно напишите. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие мои ролики. Такие же обзоры, обзоры с фикс-прайса. Также у меня есть влоги, где мы скоро пойдем, начнем гулять с моим сынком. Вот, сыночку у меня 1,8 года. Вот, очень интересно, как он развивается. Ну и всем пока-пока.